Здравствуйте, дорогие! Здравствуйте, дорогие мои земляки из Кыргызстана! Я к вам обращаюсь. Ваша сестра, которая живущая в Таджикистане в течение 44 года. Я приехала сюда, выйдя замуж в 1978 году. С того времени я здесь живу. У меня 6 детей, я мать 6 детей. Я здесь работала врачом. Я своей работой я заслужила уважение среди таджикского народа. Они меня очень любят. Вот сколько лет, я сейчас уже сколько лет на пенсии, но они меня продолжают любить. Куда бы я ни пошла, они мне показывают высшие места. Апай Гульнара, проходите, не сидите ниже, там на высшем месте сидите. Всегда они, где бы я ни находилась, они мне показывают свое уважение. Вот как я пришла, да, я кыргызка, да, я не чувствую, я что, живу среди другого народа. Я чувствую, как будто я живу в Кыргызстане. Они мне постоянно говорят, апай Гульнара, мы не думаем, что вы кыргызка, мы думаем, что вы наша, мы любим вас, как своих вот народов, своих сестер, так мы любим, и вас мы так принимаем. Вы теперь, вы наша сестра. Если я говорю, я уеду в Кыргызстан, я говорю, вы никуда не поедете, вы здесь будете с нами. Вы знаете, я полюбила этот таджикский народ. Этот народ-то очень гостеприимный народ. Они любят гостей, они любят мира. Они мне никогда не говорили, что ты кыргызка, ты сиди там, мы будем здесь. Они всегда мне показывают высшие хорошие места. И везде они меня уважают, всегда со мной поздороваются, спрашивают состояние, как у вас в Кыргызстане. И вы знаете, когда вот вышла война с кыргызами, это таджиками, да, вы знаете, мне стало очень неудобно, да, что это, кыргызы нашими таджиками ругаются, да. Мне неудобно, я среди них даже не хочу поднимать этот разговор, что это вот так происходит, да. Я стесняюсь, мои земляки, я от вас умоляю. Таджикский народ любит мира. Они очень мирный народ. Прошу вас, остановитесь. Будьте вот с таджикским народом друзьями. Вы же, когда война была, вместе же воевали. Вы же, наши братья же были мы. Давайте будем, как раньше, братья, сделать торговый обмен, торговый оборот, как раньше было, да, друг к другу ходить в гости, туристические поездки совершать. Как раньше жили. Давайте, будьте братьями. Они любят вас, я вас люблю. И Таджикистан всегда готов с вами сотрудничать. И всегда они хотят быть с вами в мире. И вы тоже любите мир. Как мы, этот народ любит мир, вы тоже приходите к миру. Я уважаю вас и умоляю вас, как ваша вот родная сестра, уважаю, кыргызка ваша, умоляю и уважаем вас. Прошу вас, остановитесь. Придите к миру. Ваша сестра Гульнура. Уважаемые таджикистанцы, мы, граждане Кыргызской Республики, призываем вас не вестись на провокации третьих сторон, заинтересованных в разладе братских стран. СМИ дезинформируют людей, не показывают полной картины действительности. Поэтому очень важно не допустить межнациональной розни. Дружба наших народов уходит корнями в историю. Уже много веков нас связывает историческая судьба, которая сроднила нас. Сколько раз мы поддерживали друг друга и оказывали помощь в трудную минуту. Мы против войны. Мы за сохранение единства и дружбы наших двух близких государств.